сейчас мимо проеду. Смотреть-то хоть как едут. Стойте, да и все, что забегали. А что-то как там мало? Ну, народу, конечно, много. Ну, кучкуемся, народ-то, а что мы все раз-то? Женя, берег, стой, слушай, я мимо тебя думаю, не пройду. Ужас. Шо? Ой, красавица. Красавица. А туда приехали-то, нет? Так вы выходите сначала. А где невеста-то? Какая невеста? Может, вы ошиблись, а? Это... рабочая нет вообще? Улица. Вообще-то рабочая. Да? А покажите невесту-то хоть, да, нет? А синяка-то красивая. Так это уже сейчас, питание против того, что выйдем, а? Так выбирайте. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Пойдем. Сейчас проверим. Ну что, мы просто ходим, да? Да, да, заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, гости, господа. Вы откуда и куда? Если мимо, проходите. Если к нам, зачем, скажите. За невестой. За невестой? Вот, прекрасно. Ждем давно тебя, наш сокол ясный. Да, у нас невеста есть. Невозможно глаз отвести. А что вы за ней хотите? Молода, стройна, красива, белолица, всем на диво. Но чтобы ее руки добиться, нужно сильно потрудиться. Ну вот. Не, поехали, Жень, другую найдем. Нет, а он нам уже понравился, куда ты? Как понравился? Там еще две невесты ждут. Перед тобой алфавит, напиши напротив каждой буквы слова, как ты будешь называть свою жену. А где ручка? Ну так это вы должны при себе иметь. А вы не взяли с собой ручку даже? А я же не знал, что вам нужно было написать. Не, мы поехали писать, учиться и... Должен я понять не могу. Ты пиши понятие, чтобы мы понимали. А вам-то зачем? Аленький цветочек, так, да? Дальше. Молодец. На Б. Ну-ка, не на Б. Я вначале на В подумаю. Ладно, думай на Б. На Б надо. Цветок? Почему цветок? Ласковое слово! Бедняжка! Бедочка! Я смотрю сюда, мне сказали не пускать. А уже не ручка? Через одну. Ручка-то что-то не пишет. А вы почему карандаш не взяли? Да, все, вата кончилась. Дайте карандаш. Карандаш есть у кого-нибудь? Карандаш в студию! О, бля, там штука на часы не будет. Карандаш в студию, где карандаш? Ну, называй словами, называй, давай словами. Белочка, белочка. Долгожданная, единственная, желанная, жизненная. Зайка моя, интересная, красивая, любимая, милая, ненаглядная, очаровательная, прелестная. Наверх, что ли? Радость моя, солнышко, тучка. Раскатка моя, таинственная, умница. Финансовая ты моя. Фигуриста. Это что? Х? Хорошая. Цыпленок мой. Че. Четкая. Четкая. Дальше давай, на шее. Ну что, Маша? Шикарная. Так, шикарная. Идеальная. Идеальная, Женя, мы по-русскому плохо. Эх, Маша. Юморная. И... Ягодка ты моя. Я? Ягодка, господи. Я люблю тебя и все. А на букву Б? А, на букву Б еще. И на белочка, Б. Белочка, белочка, гвоздичка. Так. Дверь закрыта на пути. Нужно как закрыта? Ну-ка, дайте я проверю. Нужно к двери ключ найти. Серенаду песню «Бли» ты исполни и пройди. Песню. Серенаду. Серенаду песню «Любви» ты исполни и пройди. Где ж ты, моя ненаглядная, где? В Альмине, веве. Ой, я. Где лесной палисад? Где лесной палисад? Так, 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 ну-ка. Успелся. Запустили, да? Подождите, подождите. Вот ромашка полевая. Угадай-ка номерок. Оторви-ка лепесток, угадай-ка номерок. Третья. Вот это ближе ко мне. Третья, вторая. А третья? 15-09. Че? Или ты еще пишешь? Ты должен угадать? Что чё? Это такое? 15-15. Это дата 15 сентября. Нет. Короче, это, Женя, какая-то дата. Пойдем дальше. Да. Это нам не интересно. Интересно. Нет. Да. Так, что у нас 15 сентября? 15 сентября? Не знаешь, плати. День рождения. У кого-нибудь из родственников есть? 15 сентября. Что это? Жених-то вот. Да у вас место тоже какая-то. Да вы денег забрали тогда.
денег. Женька, ну, может 15 так? сентября, что? 15 сентября? Не знаю. Корни. Плати выкуп. Лучше заплачу. Заплати. Да дай сразу. Держите. Сватали мы когда, Жень? Так. А? Сватали. Не 15 сентября? Лжи, лжи. Женька, сватали в сентябре. А дай обратно. Мы угадали уже. Дальше. Следующий про это пропускаем. Еще что ли? Давай вот это. Вот это. Вот это. Вот. Давай, давай. Вот. А что он? Бери, бери все, Женька. Что ты как это? Ой, неправильно делал. 23 апреля. Это день рождения моей тещи. Молодец. Дай я дернул. О, женщина. А можно я аплодисменты? Еще? Все, что ли, надо? Все, конечно. Да давай я сразу их. Так, 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 давай. Любит, не любит. 17,5. Это размер ее кольца, это пальца. Молодец. Так, дальше. 18-10. 18-10. Сегодня! Сегодняшний день! Сегодня! Я сегодня на 6 октября! Я тут дома стоял! Дальше. Так. 8-12-95. Это когда мы познакомились. И последнее. 46. Размеровый. Ну это размер одежды, я так понял. Молодец. Все? Так, ну все, где невеста? Пойдемте к невесте. Ну, где там? Не волнуйся. Вот перед тобой 3 стакана. И что? Выбирай любой, и мы узнаем, какая жизнь будет ожидает вас с невестой. Ну, а везде не вода, что ли, типа? Вода. Так, тихо. Тихо. Так. Если свидетель жив будет, я буду выбирать. Дегустируй, свидетель. Женька, я уже прошел сюда, пойдем. Выноси ее сюда, дай зевка. А так нечестно, ну-ка обратно. Женька, ты пей, 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 пей давай. Я же знаю, какой брать. Ну-ка, какая? Ой, сладкая. Сладкая. Слишком сладкая. Милочку, дай шампанского бутылочку. Шампанское дай. Шампанское. Может, выкуп дать лучше, а? За красавицу женушку, шоколадку Аленушку. Где шоколадка Аленушка? Вот шоколадка Аленушка. Шоколадка Аленушка. Так, вот вам. Блаженство лучше. За платье длинное, бутылочку винную. Так, бутылочку невинную. Так, бутылочка невинная вот. Чтоб не ходил к чужой милашке, давай денежки бумажкой. Кто не ходил? А, я что ли? Конечно. Что нужно-то? Денежки бумажкой. Не давай, не давай. Бумажки. Значит, не давай. А что так мало? Вы, елки-палки. Куда жадный? Что такое жадный? Сейчас добавим. Сейчас добавим. Не отходи, а все. Бумажкой сказали, ты куда сыпешь? Сейчас, сейчас добавим. Вот смотри, что говорит. А что, десятка не бумажка уже стала? Это мало. Маленькая бумажка. О, хорошо, молодец. Пошло, давай, держи. Точно не пойдет. Молодец. Что, на тазу потом? Что, все? Подожди, нет, конечно. Еще песни будут? Не, конечно. Сейчас поедем обратно. Ну, вот. Там уже, вот так же подумай. Тихо, тихо. Не надо, что ты? Не толкайте меня. Ну вот, лепесток розы. Вот перед тобой таз. Положи в него самый ценный подарок для невесты. Давай, о, там, красиво, встань, красиво. Встань, нет. Встань, встань, сам. Встань, девочки, встань. Вот так. Где три? Молодец. Второе. Девочки. Второго нету уже. Вы сейчас песни, да, будете петь, что-то приготовились как хор? Ну-ка, давайте. За невесте на платье нарядное, дай жених нам вино виноградное. Вино виноградное. Вино виноградное есть. Ну-ка. Где? Да посмотрим, сейчас виноградное или нет. Да. Виноградное? За невестные туфли лодочки дай нам жених бутылочку водочки. Ну вы что сопьетесь так, а? А это наши проблемы. Ну что себе, все пить да пить вам. За невестины глазки килограмм маски. Нам конфет килограмм, пожалуйста. За что вам? За невестины глазки. Что нужно? Килограмм маски. Карамельку чупа-чупс вам хватит? Это разве килограмм маски? Да. За каждой невестины бровы ниточки дай нам зеленые кредиточки. Ой, что они там? Что за зеленые кредиточки? Баксы, что ли? Да. Зеленые кредиточки давай. Так, раз, два, три. Это один доллар. Как
зеленые кредиточки, ты запутаешь. Это деревянные. А это равносильно одному доллару. Обменяете? Только доллары, только доллары. Один доллар, тебе не стыдно? Ты бы видел, какая у нас. Я считаю сейчас еще. Все, давай. Свободно, три, два доллара. Остальные я и потом дам. Хорошо. А то бы жить была сладкая, угостишь не шоколад. Да только шоколад. Что шоколадку же, Алёнушка, забрали. Она мало, у нас же много. Диатес вылезет, смотрите, много не ест. О, ничего не попить и поесть, да? А ты думал, а представь, мы все в гости будем ходить. За невестины губы бантиком сверни 50 рублей фантиком. А я не видел губы бантиком. А вы покажите губы бантиком. Ну ты же как-то познакомился с ней. Так что давай 50 рублей, пожалуйста. Давай 50 рублей бантиком. Жених до нас разводит вообще-то. А вообще, как кроликов. Девочки, потом расходитесь. Ну, так, на похмелку не хватит, много не давай. А пить много вредно. Бантиком, бантиком. Сделай бантиком. Бантиком. Так. На бантик похоже, нет? Похоже. Ладно, не мучай его. Ладно, свидетели. Тихо, бантиком. Руки трясутся, а это что такое? Ну, его напугали, наверное, ну что это? А вроде он уже не с первой свадьбы. Последнее. За невестин каблучок положи нам пятачок. Нет, Женя, ты что такой бестолковый? А каблучок не показали, улыбку не показали, там вообще невесты-то нет. А жених знает, какая она. Нас разводят. Пятачок. Вы такой пятачок, ради пятачок. Так, где каблучок? Сейчас увидите. Домок большой нужно? Ну-ка, покажите. А у нас есть монтировка, мы так зайдем домой. Если ключик подберешь, то замочек отопрешь. А вот три шарика, где ключики. Ну-ка. Держи-ка. Если не угадал шарик, а вот же ключ. А, их три штуки. Сначала шарик отрывай. Сначала шарик отрывай. Открывай шарик. Так. О, молодец. А где он? А ищи ключик. А ключик-то упал. Ну, слишком ржавый какой-то ключик-то. Так. Давай, давай. Так, так, так. Чё я не подделал ключик-то, а? Так, и чё же денежки будем снимать? Ой. Давайте следующий будем проверять. Ну ты что, ни разу дом здесь не открывал? Не покупает он следующий шарик. А подожди, подожди. Шарик, выкупи следующий. Опа. Ты не угадал, плати. Потом следующий. Плати, плати. Знаете. А чё так мало ты даешь? Так, еще один ключ. Потому что у вас их много. Плати. Плати. Плати, плати. Они все, наверное, Женька, не от этого. Да, наверное, что-то как-то непонятно. Вот. Открывайте, открывайте. А вот что значит иметь старшую сестру, да? Ну. Она спец у нас по открытию замков. Открывайте. Она еще, блин, не открывается. Он не открывается, блин, еще. Сюда, ближе, 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 сюда. Плати. Вот. Ты лапу принеси, что ли? Да. Рустик, выставь окно, пока стоишь, там все равно без дела. Ты не лезь, Анастасия, так я твоя. Вы вообще открываете этим ключом, нет? Вы бы не обманули меня? Так. Ну, конечно, мы же пробовали. Кунаки на крыше, залезай через трубу. Сейчас. Элемент, где твои любимый след. Да что слева? Нет. Плати. Так, то да. Нет. Да. Нет. Я знаю, это да. Нет. Да. Нет. Я видел так. А вы покажите невесту сейчас, пусть она шлёпает. Да. Что, я... Вы не знаете. Я знаю, где невеста. Нет, нет, я знаю, вот этот ее. Я не знаю. Нет, 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 нет. Так, тихо. Тихо, спокойно. Без паники. Так, смотри. Я угадал. Нет, ты не угадал. Рустику лучше знать. Ну-ка, Рустик, давай. Он лучше знает, наверное. Ну-ка, Женька, смотри, не дай бог, он угадает. Да я угадал, это они. Нет, нет, это вот не они, да? Вот они, да? Нет, нет, нет. Вот. Платите, вот. Платите, нет, что это не они. Это вы же ни разу не угадали. Давай. Платите, платите. Платите. Вы не пойдете дальше. Ну, так я же знаю, что а не узнаем. А мы его с собой возьмем, узнаем? Невеста рядышком еще раз. Давайте делаем. Невесту выведите. Пусть она нет, 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 нет. Вы сейчас можете любые угадания. Ох и шантажи. Ты два раза не угадал. Я один раз только показал. А второй раз свидетельство. Я сам заплачу, тихо, тихо, я сам заплачу. Тихо, спокойно, без паники. Там еще только же, Таня. Где столько? Таня! Жень, пойдем домой. Спокойно, там. Да, поедем. Женя, помнишь, еще не поздно. Обманывают вообще меня, я чувствую, а? Ох, и обманщицы собрались-то тут.
Так. Где? Где? Вот эти. Нет, плати, плати, плати. Там нет, там нет. Да нет их вообще. Есть, ну как это нет? Нет, есть. Да я же угадал. Нет, угадал. Ходи чуть-чуть, чуть-чуть. Ну пошли обратно. Ой. Нам не видно. Открывайте давайте двери. Я угадал. Угадаешь, тогда пропустим. Да я угадал, говорю же. Нет, короче, они мне надоели. Нет! Пойдем дальше. Все, пойдемте дальше. Пойдем, я угадал их, я знаю, что это они. Это не они. Сейчас плати, плати по счету. Сейчас проверим. Ладно, мы обратно пойдем. Плати за отпечатка. Так, вот у нас замок. Сейчас закрываем их здесь. Замок нам отдадите. Тяните за регистрацию. Сейчас на регистрацию опоздаем. Никуда не пойдем. За сей пойдем дальше. Нет, я знаю, что я угадал. Дай им еще 10 рублей. Ой, да возьмите вы 10 рублей, блин. Не надо. Не надо нам 10 рублей, давай больше. Нет, я же тоже девочка. Сколько там? Давай. Сойдемся. 100 рублей. Рублей. Все, пойдемте дальше. Так. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, живой коридор. Так. Тихо, тихо. Ой, Макалуй, ты чего? У нас никто же не войдет сюда, давай. Щедро деньги ты платил, а про любовь не говорил. Крикни громко, не то я, Маша, я люблю тебя. Сколько надо раз? Сильно громко, крик сильно. А, сильно громко. Если крикнешь громко, услышит. Я люблю тебя! Маша! А кого? Кого любишь? Маша! Даже нам не слышишь, ты чё? Давай вместе, 3-4. Маша, я люблю тебя! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Чё ты за дети так кричишь? Отозвалась всё. Ой, аж чё ты в висок? Как зовут твою невесту? Деньгами напиши. Как напишешь, покажи. Как еще раз? Как зовут твою невесту? Напиши, как напишешь, покажи. Только не мелочи выкладывай. Маш, они болеют просто сейчас. Ой, болеют. Нет, не болеют. Пиши сочинство. Тихо, сочинство. Тихо, блин. Машенька. Маша. Ой, ты сучка. Ой, не визжите. Не визжите. А места не хватает. Тире, тире, ставь, тире, ставь, сзади. Еще одну добавь. Добавь, добавь. Женя, зачем ты пишешь? Они все равно не понимают. Зачем ты там? Это точка. Собирайте. Собирайте что? Вот перед тобой яблоко. Женя, я тебе точку поменьше могла бы дать. Вот перед тобой яблоко со спичками. Бери под спички и говори, чем ты будешь помогать будущей жене. Хо, спичек-то что-то мало. А дело того, что мы сейчас еще натыкаем. Давайте натыкайте. Так. Помочь заснуть? Нет. Да. Расскажу сказку. Помою посуду. Одну тарелку, одну чашечку, одну ложечку. Одну ложечку. Да, нет. За собой чашку. За ней чашку. Ну ты сказал посуду помоем, все это одно и то же. Нет, это одно и то же. Он вам отменяет. А это взять, что это другое. А мы сами понимаем, не надо, давай. Типа помою пол. Типа постираю. Типа носки постираю. А водиться. Заправлю постель. Беру подушку. Сыграю на гитаре. Спою. А это раз не помогу. Да. Чтобы морально было. А манную кашу. На ночь стихи еще раз разбужу. Манную кашу. Провожу. Умою. Обед приготовлю, наверное. Чай согрею. Наверное, не принимается. Воткните обратно. Так, ну кофе в постель. Принесу. Ну не часто, Женя, а ну хорошо. Вкусно, нет хоть? Отравленная. Так вот, отравленная сразу. Не торопимся, не торопимся. Нет, одну. Одну тянешь какую-то, Женя. Одну. Вот так вот. О, там вообще никого нет. И плати. Обманули. И кого? Мы тебе сказали одну. Да он себе потом выберет, какую надо. Ничего потом худенький. Обманули опять. Плати, значит, потом пройдешь. Ну какие-то обманщицы, а? Нет, он ничего не вытянул, почему он платить? Да, за что? А там ни одной. Они одной не вышло-то. Может, они не вышло-то. Шли, Женя. Держите, Женя. Держите, Женя. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Деньги, деньги.
Деньги. Какие деньги? О, у нас деньги кончились. А какая разница? Она его везет. Она его везет. Она его везет. Она его везет. Опа. Вот здесь. Ты с невестой идешь, а замуж как ее возьмешь? Нету шуфельки одной, а ты ищи ее, герой. Он ее на руках унесет, вот прям, нужны нам ее. Ну, конечно, а как она вынесет? Она улица грязна, зачем? Здравствуй, рядом с ней. Место занимай, место занимай. На место. Маша, почему они у тебя такие эти? Хорошие. Плохие. Давай считай. Хорошие, хорошие. Давай, давай, давай. Донайте. Вот так вот. Надоели вы уже тут стоите на пути, а? Я не мог возле машины сразу дать, а вот бы я сказала. Ну что такие деньги? Маша. Ну что такое? Стой, 500 рублей дали, стой. Уже все куплено. Ну что, подруга дорогая, посмотрели на твоего жениха. Не скупой, и верно любит он тебя. Но самое главное слово за сестрой. Сестру замуж отпускаю. Тише, Женя, слушай. Ну а тебя предупреждаю, чтоб любил и уважал, и чтоб меня не обижал. Читала, что ли? Ля-ля-ля! Ты понял? Подарочек сестре. Подарок в студию. Ой, а нас много сестер, девчонки, на подарки. Та, что сказала, та и получит. Вы же молчите. Мы повторим. Ладно. Мишуна. Или так, Саша? Поздравляю. С днем твоей свадьбы. Поздравляю, ты отмучилась. Я жизнь лучше бы я еще столько мучилась. Давай посмотрим, что там. Показывай всем, какой у нас взять. Проходи, честно. О, молодец, молодец. Что целует? Так, где вторая туфля? А зачем вам? Ноги. Что мы сделать должны? Должны сейчас поцеловаться, да? Да, при сердце. Горько! 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 Маша! Я пошла. Где родители? Где родители? Я уже здесь. Надо, не заметили родители. Что дальше-то? Говорите. Мы-то в растерянности просто. Вставай сюда, Валерия, закрывай его, чтобы нас снимать. На кино. Что ты все равно садишься? Стоять, наконец-то. Это не обрызгай нас. Не в меня. Давай в меня, Ростик. Давай в нее. Скромно. А что тишина, не поет? Поздравляем! Поздравляем! Еще раз можно? Нет, спасибо. Спасибо! Спасибо! Лить до дна, лить до дна. Так, гости дорогие. Берем бокалы. Тогда уж лить до дна. Ну, хоть кто не спел бы чего-нибудь типа того. Так, а кто у нас певец? Не знаю. Женя. Кто нет начальника? Взял в растерянность.
Ну, говорите уж кто-нибудь что-нибудь. Родители пусть скажут. Родители слово говорят. Мама говорит. Я не знаю, что говорить. Не надо. Зачем так много слов? Зачем так много слов? Поздравляем! Отлично! Поздравляем! Оригинально! Главное, все сказали. Сказали все. Ну, давай. Ну, давайте. Выпили, выпили. Давайте. Давайте в добрый путь. Выпили и снова налили. Давайте. Родители целуйтесь. Все не забыли еще как. Смотрим, получим. Все до дна, все до дна. А чокаться же нельзя, да? Да ты можешь чокаться? Кто чокнутый, тот чокается. Конфеточками заели. Свидетель, наливай столенько гостям. Что ж ты стал-то? Свидетели, наверное, разжалуем. Учил топором говорить там. Ну чё, кого стрельнуть? Мне в глаз. На удачу. Не хочешь? Нет, цены. Не, я думаю, что стрельнуть надо всё-таки. Чё ж? Ну давай, Женя, да, заливать вправо. Осторожно, держи. Ловите. В ту сторону что-то. Ну, вот того. Давай. Классно. Ну ладно, все живые. Все. Моргнул это глаз или вспышки, что-то не понял. Это искры из глаз посыпали. Невеста красивая. Ну вы хоть что-нибудь скажите, что вы съете? Она куда-то убежала. Вот она. Ну вот. Алена. Она свидетели наезжали. Она на деньги прятала. А, уже деньги уже, да? Да, конечно. Какая экономная свидетельница? А дайте тортика. Угощайтесь. Так, шампанское. Той, дайте, пожалуйста. Конечно. Кто-то Настя, что ли, говорит? Нет, кто-то Рита. О, нет, спасибо. Я уже иду. Мамочка, Миша! Как не Маша? Я на две штучки сейчас покажу, где Маша. Аппарат. А теперь Машка все открывает. Рита, пойдем в машину. На лепестки. Маленький, попадали сюда же. Поцелует. родителей, гостей, ваш брак регистрируется.
прошу жениха и невесту подойти к столу и скрепить подписями свой семейный союз. Пожалуйста, проходите. Thank you.
прекрасный день вас пришли поздравить ваши родные, близкие и друзья. И среди них самые близкие для вас люди, ваши родители. Они подарили вам жизнь, вырастили вас, выучили, воспитали. Радуются вашим успехам, огорчаются вашим неудачам. И сегодня, возможно, они даже волнуются чуть больше, чем вы. За любовь, отданную вам, за недоспанные ночи, за заботу, ласку и внимание, сегодняшний день им низкий поклон и большое спасибо. Уважаемые родители, пожалуйста, поздравьте своих детей. Подходите, поздравляйте. Можете вместе, если можете, получить. Все вместе пойдем. Вы еще шепчетесь, громче говорите. Всего того, что уже было сказано. И, конечно, совет да любовь. Самое главное, уважайте друг друга, любите. И нас, вы, надеюсь, не забудете. И мы вас тоже. Спасибо. А от лица единой партии, это что? А это считай, что я от единой партии тоже. Я от дома. На свадьбе. Да и муж молодой, ровня со своей женой. Полюбуемся на них. Первый танец молодых. Дорогие Евгений и Марина,
День у вас особенно счастливый. Такое в жизни происходит только раз. Еще с утра вы были холостыми. Сейчас все правы поздравляют вас. Уж очень легко подходите друг к другу. Я понимаю, я скучаю на скамье. Евгений, перейти в свою мою. И на руках вы здесь. Больно может женой и мужем стали. Он первый основной совет. Живите весело и дружно. Хотя бы первые условия. Добрый час, счастливый путь. А сейчас, пожалуйста, поздравьте молодых. Слово предоставляется свидетелю. Привет, иди сюда. Опоздавший. Счастье вам. Привет. День кучу. Видите, мы вам уже детей будем. Где напустимая пусть будут вам все удачи, пусть будут вам все цветы, пусть будет улыбка в придачу, пусть сбудутся думы, мечты. Желаю я бодрости, счастья, улыбок, тепла и добра, чтоб шли стороной все ненастья, и солнцем светилась судьба. Главное, талантливых и любящих вас, да? Всего вам хорошего. И я призываю. Здравствуйте, вам и удачи. Спасибо, мы просто это делали.